Здесь происходит что-то невероятное. Мне кажется, такого не происходило никогда в городе Ижевске, поэтому очень интересно за всем этим наблюдать. Я не знаю, что чувствуют посетители торгового центра «Петровский», которые не в курсе того, что здесь сегодня праздник человека, и они приходят и видят какие-то совершенно непонятные, может быть, для них вещи, и тем не менее они как бы должны быть счастливы по этому поводу, потому что то, что они здесь сегодня видят, больше нигде в таких массовых площадках и не увидишь. Сегодня целых 5 часов, каждый из которых посвящен разным темам, на площадке на часах 13 центров развития представляют то, на что они способны, и то, что они предлагают ижевчанам как способ развития себя. То упражнение, которое вы сейчас видите, называется «Зеркало». И это такой способ невербального общения, невербального знакомства через движение. И в танцевально-двигательной терапии, как правило, не используются какие-то заученные движения. И вот сейчас девушка, она выступала и сказала, что главное для женщины – это танец. И вот я согласна с этим. Мы специально пришли, за гороскопом. Вот. Ну и за фотографией ауры. Ну и еще тут куча всяких вещей. Очень много классных вещей происходит. И многие люди не знают, что у нас есть. Многим было бы интересно, потому что это лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. Я не думаю, что просто так кто-то взял и подумал, хочу походить на стеклах. А тут у них есть действительно возможность что-то увидеть, что-то понять. Страшно? Отпускайте. Развитие одного человека – это только маленькая часть. А когда развивается вся среда, развивается больше людей. Это как эффект сотой обезьяны. Давайте подумаем, что мы все будем развиваться, и потом это будет распространяться естественной волной.